Есть немало глазных болезней, при которых пациенту нужно давать достаточно много вредных лекарств, иначе зрение не спасти. При воспалениях внутри глаза, при увитах, при тромбозах центральной вены сетчатки, при диабетической ретинопатии пациенту нужны кортикостероиды. Много кортикостероидов, гормонов надпочечника. Иногда их нужно так много, что могут появиться осложнения, как общие, так и местные. Приходится выбирать между здоровьем и зрением. И вот появилась технология, которая помогает решить эту проблему. Азурдекс – это высокотехнологичный имплант, который вводится прямо внутрь глаз. Он постепенно, на протяжении 3-6 месяцев, растворяется и выдает микродозы дексаметазона – самого эффективного кортикостероида. Заменяет 3-6 месяцев ежедневных уколов, например, под глаза, или ежедневного закапывания большого количества капель. На организм в целом воздействия не оказывает. Без преувеличения, наступившее будущее, но имплант дорогой. Ввести его может не каждый врач, и дальше вы услышите ответы на самые важные вопросы от одного из лучших ретинологов с большим опытом имплантации. Когда колят первый раз, то пациенту страшно, и боится он больше неизвестности, думая, что ему что-то недоговаривают для того, чтобы не испугать еще больше. На самом деле манипуляция проходит безболезненно, с небольшим дискомфортом, и обычно человек даже не успевает понять, что произошло и зачем было волноваться. Азурдекс применяется при воспалительных заболеваниях глаза, тромбозах сосудов сетчатки, а также при диабетических проблемах. Off-label использование препаратов – это когда препарат применяется за рамками прописанных в аннотации показаний. Существует ряд заболеваний, когда мы понимаем, что происходит, патогенез, но провести крупные клинические испытания невозможно из-за малого количества пациентов. Тогда в инструкции показаний нет, но использование препарата в данной ситуации будет решением медицинской проблемы пациента. Главное преимущество в том, что концентрация препарата создается локально, внутри глаза. При этом препарат не попадает в кровь, не влияет на другие органы и системы, нет общих осложнений. Еще одно преимущество в том, что имплант не влияет на зрение пациента, поэтому можно его применять при высоких зрительных функциях. Дальше. Эффекта можно достичь меньшим количеством манипуляций. Мы колем один раз в 4-6 месяцев и получаем стойкий эффект. Другие подобные препараты с побочными эффектами требуют ежемесячных инъекций. Еще одно важное преимущество – это выигрыш времени. Время нужно для того, чтобы выяснить неочевидную причину воспаления, безопасно провести лазерную или хирургическую манипуляцию. Я не только рекомендовал, но и выполнял такие имплантации своим знакомым. Азурдекс – высокотехнологичный современный имплант с дексаметазоном. Чтобы узнать, нужен ли он в вашем случае, обратитесь с вопросом к своему лечащему врачу. Несмотря на то, что в нашей стране все новое приживается с трудом, в большинстве случаев вы получите объективную информацию.